Муза Хайруллина обрела небывалую популярность, когда большинство актеров ее возраста уже почивали на лаврах. После 40 жизнь только начинается. Это как раз про нее. Артистка восхищает своим талантом не только обывателей, но и коллег по цеху. Роза родилась в шахтерском поселке под Норильском 12 сентября 1961 года. Девочке исполнилось чуть больше 7 лет, когда семья переехала в Зеленодольск. С 3 класса она занималась в драматических студиях. Окончив школу, поступила в Казанское театральное училище. С 1981 года стала работать в Казанском театре юного зрителя. В 1996 Хайруллина уехала из Казани, поскольку казанский ТЮЗ был уничтожен пожаром, поработав в Челябинском ТЮЗе. А в 1997 получила приглашение в Самарский театр «Самар», где вскоре стала ведущей актрисой. В 2009 была приглашена в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В разные годы также играла на сцене театра имени Ленсовета, Самарского, Академического, театра драмы имени Горького, в театре «Приют комедианта», в театре «Нации». В кино Роза начала сниматься после 40. В 2009 она сыграла эпизодическую роль в историко-биографическом фильме «Иван Грозный» Андрея Айшпая и мистической драме «Элизиум» в 2010. Ее утверждают на одной из главных ролей в сериале «Пятая группа крови». В 2011 снялась в историческом фильме «Орда». Эта роль стала для нее знаковой, принеся нику из «Серебряного Георгия». В 2014-2015 годах снялась в спортивной драме «Чемпионы», в детективном сериале «Прощай, любимый», остросюжетном сериале «Черная река», а также в социальной драме «Училка». Звездным часом для актрисы стал сериал «Ольга» в 2016. Ее героиня покорила сердца телезрителей эксцентричным поведением. Ее фирменные словечки типа «Бамбалая» ушли в народ, а хиты группы «Ленинград», исполненные актрисой на баяне, получили новую жизнь. Она снялась в сериалах «Содержанки» и «Зулейха открывает глаза», а также картине «Кислота». Роза Хайруллина не замужем. Актриса в интервью говорит о себе как об очень одиноком человеке. Как-то она обмолвилась, что много лет назад была счастлива в личной жизни. Правда, имени мужа не называла и ничего о нем не рассказывала. Детей у нее нет. Трагичным стал для нее 1996 год. Тогда в Казанском ТЮЗе, где она служила, случился пожар. Вслед за этим брат-наркоман заложил квартиру и умер. В течение полугода ушли из жизни родители и все близкие актрисы. Хайруллина, оставшись наедине с проблемами, стала спиваться и даже подумывала расстаться с жизнью. Ей помог священник, к которому она обратилась в минуты отчаяния. В тот ужасный период Константин Богомолов буквально спас артистку. Он убедил Розу из Самары переехать в Москву и устроил ей встречу с Олегом Табаковым. Так, в 2009-м актриса была зачислена в труппу прославленной табакерки. Богомолов вел ее в свои лучшие спектакли. Посвятившую табакерке 11 лет актрису сначала перевели в статус приглашенных звезд, а потом уволили. Представители табакерки заявили, что приняли подобное решение, исходя из занятости актрисы. Сегодня ее имя не значится ни в одной труппе театра, хотя спектакли с ней идут регулярно. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.